Друзья, всем привет! Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Мы немножко подождали, потому что вы просто идете огромным потоком. И если бы я начала ровно, то я бы, наверное, все свои усилия тратила бы на то, чтобы вас запускать. Вот, поэтому чуть-чуть подождали. Я думаю, что сейчас примерно устаканится такое количество людей, кто будет еще приходить. Мы дозапустим, ничего страшного. Если вдруг вы вылетаете, no stress, заходите обратно и тоже, собственно, продолжайте слушать дальше. В общем, в этом нет никакой проблемы. Я всех, кто заходит чуть позже, тоже запускаю. Рада вас приветствовать на этом интенсиве. Я уверена, что еще куча человек смотрит это в записи. Так что те, кто смотрит это в записи, я тоже всех приветствую. Собственно, и это нормальная вообще практика, что многие не посещают онлайн-занятия, тем более, что у нас есть разница в часовых поясах, есть какие-то еще дополнительные свои занятия, поэтому это нормально. Мы всегда на курсе, собственно, делаем записи на такие случаи. Конечно, запись будет, да, запись можно будет посмотреть, можно будет пересмотреть, но вообще моя настоятельная рекомендация по опыту вот этого уже, несколько лет я преподаю олимпиадное обществознание, и по опыту, конечно, победителями и призерами обычно становятся те, кто посещает онлайн-занятия. Ну, здесь есть штука не в том, что это, знаете, вам карма воздается, а просто, что когда вы себе это откладываете, правда, значит, просмотр на потом, сохраняете это себе в закладке, знаете, пишете себе в заметке, типа, посмотреть лекцию, знаете, очень часто это забывается, собственно, очень-очень часто. Сегодня мы с вами, да, открываем, значит, этот интенсив, наш интенсив к высшей пробе. И начинаем мы наш разговор с эссе. Уже хорошие вопросы, значит, идут в чат. Не рановато ли мы начинаем готовиться к заклу по социологии, когда он уже в эту пятницу? Не рановато, друзья, все в самый раз. Потому что сегодня мы с вами обсуждаем эссе, такие базовые штуки по эссе, самые важные, знаете, правила его написания и, может быть, какие-то лайфхаки, знаете, как не потерять баллы. Это такая важнейшая штука. Нет, сегодня мы в целом говорим про эссе, оно, собственно, почти идентично в социологии и политологии, я вам продемонстрирую сегодня разницу в том числе. У нас будет отдельное занятие по социологии буквально на днях, у нас будет отдельное занятие по политологии высшей пробы со мной 13 числа, где, кстати, часть занятия будет такая даже лекционная, поэтому и всем новеньким ребятам, то есть не с нашего курса, и ребятам с курса, это, я надеюсь, будет полезно. Так вот, сегодня мы с вами обсуждаем эссе, и, да, пытаемся разобраться, как даже в условиях оставшихся двух дней до социологии, там, чуть большего времени до политологии, да и, в принципе, да, с эссе олимпиадами, как не потерять, собственно, баллы, да, как, собственно, справиться с этим заданием на максимальное количество баллов, которые подарят вам потом, значит, со статусом дипломата. Сейчас я выведу вам демонстрацию, буквально секунду, а вы мне скажите, видно ли будет мою демонстрацию или нет. Ну, вообще, вариант или нет, мне, конечно, не очень нравится, поэтому надеюсь, что вы будете. Скажите мне, как вам? Видно, отлично, да, здесь можно активно использовать чат, если что, я его читаю параллельно. Поэтому, если вдруг по ходу возникают какие-то вопросы, да, у нас много конференций, поэтому вопросы, ну, у нас не будет опции поднять руку и задать вопрос, но у нас будет опция задать вопрос в чат, и я всегда, если что, на него отвечу. Значит, пара общих слов, значит, про мой курс, про то, кто есть я для тех, кто не знает, и про то, чем мы вообще сегодня будем заниматься в качестве такой, значит, затрат. Во-первых, сейчас я подумаю, сделать так, чтобы одновременно выпускать и презентацию приду. Короче, друзья, для тех, кто не знает, меня зовут Яна. Сейчас я учусь в вышке на политологии, и тогда я поступила на бюджет через такой альтернативный способ поступления, то есть через олимпиады, я не сдавала ЕГЭ. И, собственно, я тренирую ребят на курсе, вот, значит,
огромная часть чата, я уже все знакомы, не знаю фамилии, это значит, мы занимаемся уже на протяжении 2 лет, готовимся к Всероссийской олимпиаде школьников, готовим к перечню олимпиад. Собственно, я сама призер Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, и я в 11 классе призер-победитель 11 перечных олимпиад. В частности, собственно, высшие пробы, про которые мы сегодня говорим, у меня там 4 победителя. Собственно, поэтому давайте разбираться, как сделать так, чтобы тоже себя приблизить к месту победителя или к месту призера, что тоже очень даже нет. Да, 2 слова буквально про команду курса. Собственно, мы вообще занимаемся уже 3-й год. Мы готовим к сервису, мы готовим к перечням, и в целом готовим, да, по обществознанию и праву. И можно собирать уже результаты прошлых лет, чтобы еще не пришли результаты, не пришли результаты еще непонятно, как у нас обстоят дела с регионом, еще непонятно, как у нас обстоят дела с перечнем результатов, многие еще просто не написаны. Но в прошлом году, да, мы получили рекорд количество командов, общий сложный у нас 40 команд перечня, и результаты только за 11 лет. Да, это 27 призеров сервиса, из них, да, значит, 2 победителя, один даже абсолютно. Собственно, это такая, значит, небольшая затравка о том, куда вы попали, если вы до сих пор не поняли, куда вы попали. Поэтому, думаю, сейчас можно уже двигаться к делу. Итак, дело. Сегодня мы с вами разбираемся с, значит, одной из самых популярных, самых актуальных и дающих наибольшее, пожалуй, количество привилегий и возможности поступления без испытаний. Да, это высшая проба. В частности, мы сегодня сконцентрируем наше внимание на 2 направлениях, потому что там есть эссе. Это политология, где эссе дает 40 баллов из 100. И это социология, где эссе дает 50 баллов из 100. Очень-очень важное условие, да, важный комментарий, почему именно эти 2 предмета? Потому что в обществознании, высшей пробы по обществознанию, эссе как-то вообще нет. Вся высшая проба по обществознанию выстроена вокруг анализа текста. И классического формата, да, написания эссе по цитате или по отрывку, или чему-нибудь еще там нет. Да, просто нет формата эссе, нету, значит, формата написания какого-то одного связанного текста. Высшая проба обществознания состоит как, значит, 5 больших развернутых ответов по каждой дисциплине, да, точнее, большие вопросы, которые требуют у вас больших развернутых ответов. А в политологии, в социологии, помимо заданий на знания, помимо заданий, в зависимости, да, от профиля политологии, социологии, социологии, кейсы, анализировать статистику. В политологии вам нужно находить ошибки в тексте, анализировать какие-то исторические кейсы, угадывать исторические события по фотографии или какие-то политические термины по картинке. Собственно, об этом мы будем подробнее говорить, когда сосредоточимся на конкретной олимпиаде. Но, тем не менее, здесь есть формат эссе, который весит очень много. Если в социологии эссе занимает буквально половину всех баллов, да, в политологии чуть меньше, но все равно, поверьте мне, они оказываются значительными, да, я бы даже сказала, они оказываются значительными, они во многом оказываются решающими, да, когда вы, ну, когда происходит разболовка, собственно, между участниками. Но важный комментарий, не нужно думать, что если вдруг ваше эссе набирает не... не знаю, например, на политологии, набирает не 40 из 100, да, вы получаете из него не 40, в случае не 40 из 40, да, 40 баллов, да, вы получаете за это все, вы, не дай бог, получаете из него, я не знаю, 25, то все, никакого вам поступления, никакого вам бы нет. Это вообще так не работает, да, имейте в виду, что да, эссе весит много баллов, но, да, прикольно. Пол вообще во многом, да, олимпиад, потому что это никак не весит, здесь не нужно, чтобы купить, не знаю, на самых престижных факультетах набрать 100 из 100. Вы имеете право на ошибку, вы имеете право не добирать баллы. Если вы где-то в одном задании вы просели, у вас есть шанс, значит, показать класс на другом задании, и мне кажется, в этом, собственно, вся прелесть, да? Поэтому мы не боимся этого задания, значит, как какого-то... у нас ошпарит там, и так далее, но, тем не менее, мы понимаем, что если вдруг у нас что-то пошло не так на теоретических заданиях, на знаниях, на знания, то эссе — это наш шанс.
да, это шанс, может быть, для тех, кто там, где-то ошибался, догнать всех тех, кто, не знаю, хорошо выполнил все теоретические задания. Поэтому давайте сегодня познакомимся с критериями и даже устроим такую штуку, будем активно использовать чат, мы посмотрим конкретные вырезки из работ победителей и призеров прошлых лет и попробуем немножко, знаете, встать на место, попробовать представить, что мы проверяющие, потому что на самом деле добавляет нам совсем иную призму. И подумать, а как бы мы оценивали, да, по критериям определенные отрывки, определенные тексты. На самом деле, я вот вам скажу через, да, опять же, призму своего опыта. Я писала олимпиады 3 года. И понятно, что я написала очень, ну, большое количество эссе, у меня сначала было плохо, нет, лучше, да, в какой-то момент я получила маленькие баллы, большие баллы, такой нормальный рост. Но когда я начала проверять работу, когда я начала проверять эссе, да, в таких производственных масштабах, когда появилось много учеников, много работ, соответственно, я взглянула на это совсем по-другому. Поэтому на самом деле смотреть на ошибки со стороны очень важная и полезная практика. Но перед тем, как мы к этому перейдем, давайте вообще познакомимся с критериями. Вот так вот выглядят, собственно, критерии оценки эссе. Они практически, да, не изменяются. Давайте немножечко вижу. Да, и, собственно, из года в год они остаются одинаковыми. Да, у нас здесь есть такие основные моменты, которые нужно соблюдать. Ну, во-первых, да, вам всегда говорят про адекватно понятную тему, про то, что нужно учитывать, да, сопровождающие задания вопросы и так далее. Ну, это понятно. Договорим вот прям, значит, по критериям, по которым оставят конкретный балл. Значит, во-первых, это уровень понимания и раскрытия темы. Сейчас мы все будем комплексировать, пока я буду подробнее. Уровень понимания и раскрытия темы, владение теоретическим и фактическим материалом, это эрудиция, это логическая корректность, это творческий подход и это навык организации академического текста и культуры письма. На самом деле понятно, что некоторые из этих критериев абсолютно размыты. Ну, например, критерий, да, там, не знаю, эрудиции, да, его невозможно, собственно, что у вас фонит звук? А чего же вы не говорите? А чего же вы не говорите, что он фонит? Одну секунду, еще что-нибудь. Да, Итак, друзья, сейчас меня должно быть намного лучше слышно, как меня слышно сейчас.
Во, супер! Видите, если вдруг что-то идет не так, вы, пожалуйста, сразу говорите, если что-то вдруг идет не так со звуком, если что-то вдруг идет не так с демонстрацией, с видео, да, я все оперативно буду решать. Короче, продолжаем. Итак, у нас есть некоторые критерии, которые, да, очевидно, которые, значит, абсолютно естественным образом, непонятно, как в них распределяются баллы. Потому что, например, критерий эрудиция, да, вот тот же, про который уже, собственно, начала с вами разговаривать, это критерий, в котором совершенно непонятно, как именно, да, собственно, проверяющий решит вам этот балл выставить. Поэтому ориентироваться на него сильно не имеет на самом деле никакого смысла. Но такие критерии, как уровень понимания и раскрытия темы, как соотнесение, например, с теоретическим и фактическим материалом, как логическая корректность, они довольно важны. И поэтому сейчас мы, собственно, на них и будем обращать внимание. Переключаю слайд. Итак, во-первых, да, важно понимать, я не случайно сказала, что высшей пробе по политологии и высшей пробе по социологии почти одинаковые критерии. Критерии, которые я показала вам выше, да, вот эти вот, это критерии по направлению политология. И от социологии их отличает буквально, да, абсолютно маленькое, собственно, отличие. Да, это понимание идейных истоков проблемы, исторического контекста и соотнесение темы с контекстом современности. Это то, что есть в Олимпиаде по политологии, но то, чего нет в Олимпиаде по социологии, то, чего в критериях, собственно, нет. Но важный момент. По сути, эти же требования применимы и к эссе на социологии. По сути, их тоже учитывают, да, когда проверяют ваши работы. Но в политологии, из-за того, что все-таки политология с историей связана, да, несколько сильнее, чем, собственно, с социологией, и исторические примеры здесь ценятся, пожалуй, больше, в политологии это даже вынесено в дополнительные пункты критериев. Да, то есть не случайно всегда, когда мы занимаемся политологией, мы обращаем внимание на исторический контекст. Да, я всегда об этом говорю на курсе, и, собственно, вообще всегда везде об этом говорю, что когда мы решаем Олимпиаду по политологии, мы всегда должны ориентироваться на то, что любая политологическая цитата, любая политологическая аргументация, она встраивается в контекст. И если, например, мы анализируем эссе, или, точнее, мы анализируем цитату и пишем эссе по цитате какого-нибудь, я не знаю, древнего автора Фукидида, и мы критикуем цитату Фукидида через современность, говоря: о боже, Фукидид, ты вот там вот жил много-много веков назад, и знаешь, ты сейчас не актуален, да, это вам скажут, ну, соотнесение темы с контекстом современности как-то у вас не очень удалось, потому что вы, наверное, не понимаете, что Фукидид — это не наш современник, и да, в таком случае это, конечно, портит, да, несколько впечатлений о вашей работе, поэтому, да, мы держим это в голове, когда решаем Олимпиаду. Да, в политологии история пригодится довольно сильно. Об этом мы больше поговорим, когда будем говорить отдельно про высшую пробу по политологии. Но так как это будет прям непосредственно уже перед, я вам сейчас просто скажу, что если вам сейчас экстренно нужно понять, да, и вспомнить, что вы там, знали или не знали по истории, и где-то набраться исторических примеров, да, и немножечко внедриться в исторический контекст, я вам очень советую сайт Намедни, который именно сайт, даже не YouTube-канал, я всегда на всех открытых вебинарах на курсе всегда говорю про Намедни как, собственно, да, шоу на YouTube, где очень полезно и подробно рассказывают про каждый год, но в условиях ограниченного времени я советую вам сайт Намедни, где можно посмотреть вот конкретные исторические события по каждому году, да, на них нажать и прочитать такую маленькую на несколько абзацев сводку. Это очень поможет вам примеров набраться. Да, если вы
ну, просто никакого иного совета, как выучить, знаете, всю историю мировую за 3 дня не могу вам дать, а вот как немножечко все структурировать в своей голове за пару дней, это возможно. Да, тем более, что действительно, вот Настя абсолютно верно пишет, что никогда не знаешь, что конкретно может понадобиться на высшей пробе, но, например, для эссе, и это очень важно, да, для эссе на высшей пробе различные исторические примеры, вы же сами их подвязываете. И, возможно, вам не понадобится, не знаю, знать какой-то определенный, не знаю, исторический факт, потому что в эссе там, вам не будет, вряд ли будет вопрос, да, о чем здесь идет речь. Да, но вам понадобится какой-то пример для подтверждения вашего аргумента. И для подтверждения вашего аргумента вы сами вспомните то, что, ну, например, вы начитали на сайте на Медне в последние дни. Я вам вот правду говорю, я в 11 классе была абсолютным победителем высшей пробы по политологии. Я всегда честно говорю, что то, что я делала 3 дня до высшей пробы, когда я поняла, что я знаю теорию, что я много тренировалась, что я много, там, не знаю, читала, и что в целом я готова, но у меня, да, тоже были некоторые такие проблемы с тем, что я понимала, что у меня, возможно, не очень структурировано историческое знание в голове. Я реально, ну, прям последние 3 дня активно смотрела на Медне, и почти все мои примеры в работе того, моего 11 класса, они, вот это то, что я последние пару дней начитала. Ну, потому что оно, собственно, в моей голове отложилось. Поэтому учить какую-то новую теорию в последние дни, не знаю, насколько эффективно, а набираться такой общей гуманитарной эрудиции вполне эффективно. Да, Арзамас тоже отличный сайт, я согласна. Отвечая на вопрос выше, так на соцы тоже нужно сравнивать с современностью. Смотрите, формально такого критерия нет. Да, формально критерия соотнесения темы с контекстом современности, понимания идейных истоков, проблемы исторического контекста нет. Но любое адекватное эссе и размышление по социальным наукам подразумевает, ну, правда, подразумевает, что вы... то вы берете это не просто, знаете, как такую вырванную точку из вот этого, у нас есть вот это все, все наше общество, социальный мир, и вы вот так вот вырываете какую-то тему, которую вы пишете, и они в вакууме, да, в таком сферическом вакууме пишете. Это всегда плохо, потому что всегда важно и нужно понимать, что вы размышляете там о каком-то понятии, вы размышляете, я не знаю, о каком-то социальном феномене, вы размышляете там, не знаю, на тему еще какого-нибудь, не знаю, социологического несоответствия, противоречия, проблемы и так далее, вы должны понимать всегда, когда вы о ней пишете, что вы, что когда вы пишете не о чем-то абстрактном, а о том, что реально существует. И поэтому, если вы, например, я не знаю, пишете про глобализацию, допустим, и не соотносите тему глобализации с контекстом современности, то есть не анализируете, а как это действительно выглядит в реальности, а как эта глобализация там влияет на там различные сферы жизни, общества и так далее, ну, это плохо, да, потому что получается, что вы как бы теоретически то есть не зря прописано, по сути, эти требования применимы к эссе. То
Итак, дорогие друзья, как меня слышно сейчас? Стало ли меня слышно? Ура! Ура, ура! Мне кажется, Zoom умирает, потому что нас очень много, но мы будем ему стараться мешать, потому что в его смерти. Короче, продолжаем. Итак, да, рассказала я про соотнесение с контекстом современности, да, и про то, что нам всегда-всегда-всегда, будь это политология, будь это социология, приходится, да, встраиваться в, да, контекст и понимание того, о чем мы вообще размышляем. Современное ли это явление? Или, например, ну, вот самый такой, знаете, банальный пример, на мой взгляд, вы пишете эссе про демократию. И вы абсолютно не разделяете в своей работе, ну, не знаю, не обязательно даже, типа, не пишете об этом напрямую, но это прослеживается, как бы, знаете, из вашего текста, что вы абсолютно не понимаете, что между, например, афинской демократией, да, той демократией, которая была там актуальна при Платоне и Аристотеле, которую они ругали, это нечто совсем иное, нежели то, что мы называем, я не знаю, современной представительной демократией. И вы размышляете как об абсолютно там едином понятии, как будто не существовало всех этих веков размышления демократии, веков новых форм демократии, да, и так далее. И как будто для вас вот прямая демократия, когда там античные мужи приходили на гору, да, на, там, на главную площадь в Афинах и, да, собственно, прямыми методами там принимали участие в принятии решений, у вас абсолютно, ну, не знаю, не разделяется с тем, как выглядит сейчас какая-нибудь там представительная демократия в США. Хорошо, но не очень, потому что, ну, это, скорее всего, жюри увидят, поймут, и иногда это в ваших текстах прям отлично прослеживается, да, когда вы ставите знак «равно», между тем, что происходило много-много-много веков назад, и пониманием какого-нибудь одного и того же понятия много веков назад, да, и того, как это воспринимается, собственно, сейчас. Как повторить все виды демократии, забить в интернете модели демократии и на каком-нибудь сайте типа Grandars прочитать хорошую статью. Вот. Окей, надеюсь, с этим понятно. Едем дальше, да, и разбираемся с тем, что же это за такие критерии. Значит, давайте разбираться, да, подробнее. Мы уже сказали, что очень важно, это, да, аспект, тема понята адекватно, учтены сопровождающие задания вопросы. Тема на высшей пробе по политологии, на высшей пробе по социологии устроена очень похожим образом. Вам дается цитата, и к цитате даются уточняющие вопросы. Эти уточняющие вопросы нельзя игнорировать. Это очень важно. Они вам даны не просто так. Да, эти уточняющие вопросы нужно включить в свой текст. Да, эти уточняющие вопросы должны быть в вашей работе, точнее, ответы на эти вопросы. Да, понятно, что самое важное, казалось бы, и об этом даже говорят вам критерии, да, об этом вам говорят ключи, подойти адекватно к пониманию темы. Да, значит, и вообще понять, о чем, условно говоря, цитата. Но не менее важно, да, учесть, о чем вообще, да, собственно, здесь наши уточняющие вопросы. Поверьте мне, они вам не для усложнения задачи, они вам на самом деле для того, чтобы, да, собственно, упростить, во многом, да, упростить задачу. Короче говоря, самый, да, первый критерий, который идет после адекватного понимания темы, это уровень понимания и раскрытия темы. Максимальное, да, количество баллов, собственно, это 4-4, 2-2 в сумме не более 11, да, должно получиться, что довольно много, на самом деле, чисто за понимание и раскрытие темы. Это полнота раскрытия темы, то есть насколько вы вообще, да, там, разносторонне, условно говоря, посмотрели на то, о чем пишете. Это глубина раскрытия темы, то есть насколько вы выделили разные аспекты и смотрели на различные подходы к ее решению. Это понимание идейных истоков проблемы исторического контекста. Это как раз, да, о том, чтобы вы не размышляли о демократии, да, как о чем-то, о чем-то, что, там, не знаю, с античной Греции до современности остается одним и тем. Ну и соотнесение темы с контекстом современности, то есть это то, что вот именно в политологии вставляется в критерии. Давайте посмотрим на конкретном реальном примере, чтобы вам было немножечко легче соотносить эти критерии с сутью. Одна из
таких популярнейших заданий. Это задание про традицию, по-моему, это 2020 год, это высшая проба по социологии. Значит, еще раз, да, соцсовременности в критериях нет, но она тоже важна, потому что на самом деле ключи и критерии — это очень такая эфемерная штука. Да, вас как бы оценивают по ним, но да, на самом деле, по сути, ну, суть одна. Давайте посмотрим на задание. Да, это задание, это 11 класс, высшая проба по социологии. Традиция не является полностью статичной, поскольку ей приходится заново изобретать каждому новому, ее приходится заново изобретать каждому новому поколению, пока оно перенимает свое культурное наследие от предыдущих поколений. Энтони Гидденс, цитата 2011 года. Вам дается сама цитата, и к этой цитате у вас уже идут вопросы. В чем идея данной цитаты? Какова роль традиции в современных обществах? Что в цитате подразумевается под изобретением традиции? Почему люди это делают? Как они это делают? Противоречит ли традиции идее прогрессивного развития? Ответьте на эти вопросы в форме эссе, используя социологические теории понятий, а также фактологическую аргументацию. Классическая формулировка. Ни один из этих вопросов нельзя проигнорировать, если вы хотите получить, значит, высокие баллы. И давайте посмотрим, как, да, ну, довольно логично подходить к формированию в своей голове или на черновике плана этого эссе. Отвечая на вопрос из чата, можно ли приводить примеры из МХК или считают только исторически? Да, конечно, можно. Приводить примеры из МХК можно, это тоже котируется, конечно. Да, главное, чтобы они были релевантные, главное, чтобы они подходили. Итак, да, как ничего не упустить? Ну, во-первых, я вам настоятельно рекомендую все вопросы расставить для себя по пунктам. Да, собственно, здесь я вот их за вас распределила. В чем идея цитата? Какова роль, да, что подразумевается в традиции и противоречит ли традиция идее прогрессивного развития? И даже перед тем, как вы приступите к написанию, да, собственно, реального текста, и перед тем, как вы начнете конструировать это все в какое-то структурированное эссе, я вам очень рекомендую, это правда важно, прикинуть, что вы будете говорить на каждый, ну, точнее, что вы будете писать по каждому из этих вопросов, как это будет раскрываться. Ну, условно говоря, критерий глубина раскрытия темы, очевидно, что нужно, да, каждый из этих вопросов не проигнорировать. Это в том числе будет оцениваться по принципу глубина раскрытия тем. Ну, давайте посмотрим, да, на примере схемы ответа. В чем идея данной цитаты? Да, когда мы смотрим на эту цитату, давайте я вам ее еще раз выведу, чтобы вы ее у себя, да, не забывали. Традиция не является полностью статичной, поскольку ее приходится заново изобретать каждому новому поколению, пока оно перенимает свое культурное наследие от предыдущих поколений. Да, это та же цитата, с которой мы работаем. Собственно, как мы можем схему ответа здесь прогрузить? В чем идея? Да, то есть о чем вообще... ну, это такая, знаете, некоторая проблема, про проблему мы сейчас расскажем, да, о чем вообще здесь нам автор размышляет. Да, с одной стороны, традиция вроде бы постоянного времени, вроде бы она сохраняет свою форму, а с другой стороны, меняет ее содержание. Это одна из возможных формулировок, но это уже ответ на вопрос, который обязательно должен быть, да, и вы для себя это прикидываете, и вы понимаете, что вы обязательно должны эту идею в тексте выразить. Какова роль традиции в современных обществах? Да, это прям я вам, собственно, такой критериальный аспект ввожу, да. Во-первых, если вас спрашивают про роль, то понятно, что баллы вам ставят, если вы что-то вообще говорите о роли традиции в обществе вообще. То есть какое значение она сохраняет, да, в современном мире, насколько она связана с социальной природой человека, насколько она связана с институтом наследования, да, и так далее. Хорошо будет, да, из-за этого, конечно, ставят дополнительные баллы, посмотреть именно на современные и постсовременные, да, постиндустриальные общества, посмотреть, какую роль традиция играет по сравнению, вот этот вот самый исторический контекст, по сравнению с тем, какую роль она играла ранее. Да, то есть важно посмотреть на то, что традиция, она не статичная, то, что она-то изменяется, и понятно, что то, как традиция воспринималась, извините за тавтологию, в традиционном обществе, сильно отличается от того, как она, значит, воспринимается в постсовременном обществе. И на это нужно посмотреть, это нужно прописать, потому что не случайно вам задают вопрос роль традиции в современных обществах. Не просто в обществе, а в современном.
То есть вас уже отсылают к вот этому противопоставлению с традиционным обществом. Вопрос номер три, который мы тоже, конечно, не игнорируем. А что в цитате подразумевается под изобретением традиции? Почему люди это делают? Как они это делают? 1-2 балла вы уже получали, да, если, собственно, напрямую давали здесь объяснение. Да, почему каждое новое поколение изобретает традиции, почему оно вообще им нужно, и почему приходится заново их изобретать, почему они не сохраняют предыдущие, почему приходится, собственно, да, выдумывать нечто новое и нечто не похожее на то, что было до этого. Да, то есть, если вам в вопросе, это очень важный момент, если вас в вопросе спросили, а почему люди вообще переизобретают, почему они их изобретают, как они это делают, это значит, что если ваша, например, тема, да, там, идея цитаты почему-то абсолютно не соотнеслась с изобретением традиции, значит, вы двинулись куда-то не туда. Вопросы вас очень направляют и по теме цитаты в том числе. Вы понимаете, что вопросы, которые вам задают, они на самом деле с темой вашей цитаты очень близко и тесно соотносятся. Поэтому да, это просто органично вплетается в ваш текст. Сейчас мы посмотрим на конкретных примерах, да, на конкретных примерах других работ. Противоречит ли традиции идеи прогрессивного развития? Последний вопрос, который спрашивали, да, в этом варианте. За что вы получали баллы, если показывали, что данное противоречие иллюзорно, что традиция – это может быть условие изменений и, может быть, даже там, стимул этих изменений? Заметьте, что в данном случае, да, даже в ключах, в критериях прописано, что автор показывал, что данное противоречие является иллюзорным. То есть здесь на самом деле есть правильный ответ. Такое бывает очень редко, но бывает. Да, потому что подразумевается, что если вы глубинно поразмыслили на тему традиций в современном обществе, в постиндустриальном обществе, роли традиций в современном обществе, то вы понимаете, да, это вы, собственно, там, рационально подошли к этому вопросу и вывели, что традиция, да, она неизменно сочетается с каждым из новых типов общества, она появляется в новом типе, в виде, да, она заново изобретается, но, тем не менее, она не противоречит прогрессу фактического. И на самом деле все эти 4 вопроса, да, ответ на каждый из этих 4 вопросов и составляет такой основной костяк вашей работы, да, костяк вашего эссе. Но чтобы не сбиться в структуре, что тоже очень важно, я вообще там, главный человек, который структура, вот ребята, которые давно занимаются, будут соврать, я всегда, когда рассказываю про эссе, я все время говорю, что очень-очень важно держать структуру, даже если ваши мысли гениальны, и поток ваших мыслей просто льется, как какой-то, значит, какая-то прекрасная речка, все равно важно держать структуру, потому что слишком большие шансы гениальность потерять в каше, которая может получиться, да, и, собственно, может не получиться передать ваши гениальные мысли в гениальном формате, да, поэтому даже гениальные мысли стоит встраивать в структуру, да, и стоит помнить, что все-таки, да, здесь оценивается творческий аспект, здесь важно, насколько вы, да, может быть, не знаю, несколько уникально подходите к решению задачи и так далее, но если ваша работа невозможно читать в смысле того, что непонятно, где введение, где аргументация, где тезисы, где ответы на вопросы, ну, это проблема. Да, поэтому любая работа, конечно, должна как бы иметь в себе некоторое введение, некоторое вступление, да, основную часть и некоторые выводы, к которым вы приходите, собственно, проанализировав и соотнеся все свои аргументы. Ну, условно говоря, введение, соответствующее критериям, вот прямо конкретный пример. Данное высказывание, это мы все продолжим, поднимает проблему трансформации традиции для конкретного этапа жизни сообщества. С точки зрения автора, традиция не подразумевает под собой неизменчивой формы, а изменяется каждым новым сообществом с учетом предыдущих поколений. Да, в данном случае автор, собственно, вот этой работы, она, ну, такая довольно эталонное введение соответствующих критериям, оно вполне себе соотносится с тем, да, как должно оно выглядеть на практике.
Да, у вас поставлена проблема, и у вас поставлена непосредственно позиция. То есть вы выразили главную идею в том числе. Введение также здесь, да, сори, это я слух тихий, потому что я стала потише, сори. В введении здесь также рассмотрены, да, основные этапы. То есть как вообще вы проблему рассматриваете? Вы определяете роль традиции значит, в современных обществах, рассматриваете феномен изобретения традиции и сравниваете идеи традиции и идеи прогрессивного развития. Так делать можно, вы непосредственно показали, какие этапы ваше размышление пройдет, когда вы, значит, будете писать свою работу. То есть, условно говоря, вы наметили уже в введении некий план вашего эссе. Да? Вы наметили, а как вы вообще, значит, будете, значит, перемещать мысль в своей работе. Собственно, вот. Важно, что введение как таковое, ну, оно, не знаю, не соответствует четким важным правилам, но оно действительно во многом определяет отношение к вам со стороны проверяющего, да, и здесь уже можно собрать много баллов за критерий 1, то есть за глубинное понимание проблемы, потому что именно здесь вы выражаете основную идею, именно здесь вы выражаете, собственно, проблематику, вы ставите проблематику, и именно здесь вы вообще показываете, насколько хорошо вы поняли, о чем идет речь. Понятно, с критерием 1. Сейчас самое время задать какой-нибудь важный вопрос. Друзья, вопросы будут в чат. Вообще голос не потеряли. Минутка на вопрос. Ага, вижу вопрос. Давайте 10-секундный перерыв, пока напишите вопрос. Ага, появилась куча вопросов, отвечаем постепенно. Должен ли писать по пунктам прямо? Значит, смотрите, во-первых, это должен быть связанный текст. Связанный текст – это важно. Ну, то есть, связанный текст в целом в работе. То есть, в целом, ваше эссе должно выглядеть как связанное полотно текста. Но вы имеете право для, собственно, некой конкретизации и для того, чтобы ваше эссе приобретало какую-то более емкую форму, да, какие-то пункты ставить. Ну, например, как сделано здесь, то есть вы в введении задаете, что вы вообще будете делать в этой работе по пунктам, это абсолютно ок. Да, в целом эссе у вас будет в таком, собственно, связанном формате, но в введении вы, собственно, это сформулировали вот таким образом. Да, и это вполне нормально. Можно введение сформулировать другим образом? Можно. Конечно, это просто как вариант того, что соответствует критериям. Можно сформулировать другим образом, но главное, чтобы в введении была отражена проблема, главное, чтобы в введении была отражена идея автора, да, то есть проблема вообще о ком, ну, о чем вообще, собственно, о каком важном вопросе, на какой вопрос, условно говоря, автор отвечает и как он на него отвечает. Да, ну и такой очень хороший, на самом деле, вариант – это задать вообще вектор тому, а куда вы будете размышлять дальше, о чем вы будете вообще дальше писать. Все эссе – это ответы на вопросы или необходимы еще некоторые контраргументы позиции автора. Сейчас с этим разберемся дальше по следующим критериям. Можно ли введение начинать не с данного высказывания, а, например, тема очень актуальна, ля-ля-ля, об этом говорил кто-то, что-то нам дали. Да, конечно. Опять же, главное, вы можете как угодно сформулировать это ваше впечатление. Это просто одна из форм, да, которую вы можете перенять как шаблон. Я очень люблю шаблоны, но вы имеете на это право. Собственно, можно, но я вообще не очень люблю заход. Эта тема очень актуальна. Мне кажется, он капец какой заезжий.
Да, ну потому что, понятно, если вам дали эту тему, то она актуальна. Это такие, знаете, я вообще против того, чтобы писать в эссе самые очевидные вещи. Да, ну типа, мне, например, не очень нравится, хотя так многие делают, но мне кажется, тоже за проверяющим это немножко надоело, когда ребята заканчивают свое эссе, именно заканчивают, да, фразами, значит, в рамках этого, значит, я смотрел какой-то феномен. Этот феномен очень многогранный. И, конечно, я не смог разобрать его полностью, но социальные науки занимаются этим феноменом. Это сейчас очень актуально. Ну, на мой взгляд, эта фраза прям ни о чем. Да, она может красиво вам все завершить, но если ваше эссе кишит такими фразами, будьте аккуратны, потому что жюри могут подумать, что вы такой, знаете, профессионально льете воду. По количеству слов нет, хоть 500 страниц, главное успейте. Можно не расписывать по пунктам, а написать, и в данном эссе я хотела бы порассуждать об этой проблеме. Конечно, можно. Часто пишут в работах, что авторам не хватает рефлексивности на собственной позиции, что это значит, как это работает. Мы сейчас как раз посмотрим. Да, это больше касается не введения, а следующих пунктов. Немного упустил. Личная заинтересованность в теме необходима? Нет. Вообще не важно. Ну, в смысле, вы можете быть не заинтересованы, но не нужно об этом сообщать. Да, вы можете быть заинтересованы, но тоже не нужно сообщать. Вообще здесь я, ну, если вы в этой работе не очень важны. Важны ваши мысли. Да? Интересно вам, неинтересно, что вы думаете, очень часто без разницы. Вот. Короче, вот примерно вот такие вот здесь аспекты. Очень важно понимать. Если тема сложная, я не могу подобрать достаточной теории. Можно ли довольствоваться только своими мыслями, логикой и водой, ну, щепоткой социолога? Или политолога, если речь про политологию. Конечно, можно. Можно как угодно. Можно как угодно. Главное, чтобы вы ответили на вопросы, главное, чтобы получился естественно. Очень важно, эти критерии не нужно учитывать. Сейчас, да, Владислав, что-то много критериев нужно учесть. Они на самом деле само собой разумеющие. Да, о них, ну, их нужно просто лежать в голове, типа, очевидные, да, что вы должны полноценно раскрыть тему. Ого, вот это неожиданно. Да, вы должны сформулировать идею автора. Ого, вот это неожиданно, это же все почитайте. Вот, вы должны соответствовать контексту. Это все, типа, логично. Да, логично, что вы должны соответствовать контексту. Логично, что вы должны полноценно раскрыть по аспектам, да, цитаты и так далее. Сейчас мы посмотрим на конкретных примерах. Надеюсь, в целом, пока на все ответил. Итак, давайте посмотрим. Это вариант. Это, значит, отрывок реальной работы. Не обращайте внимания на цитатате. Это уже наша печатка. Да, это отрывок из реальной работы. В данной цитате Энтони Гидденс затрагивает проблему изменения традиции и ее влияние на следующее поколение. Социолог говорит о том, что традиция сама по себе не статична и изменяется с приходом следующего поколения. Значит, смотрите, здесь можно было, допустим, получить 10 баллов за глубину понимания. Сколько бы вы здесь поставили баллов, и в чем вы здесь видите ошибку? Если она есть. 2 из 10. Ого, подшли. Да, собственно, за такое вступление. В чем вы, как вы думаете, что не понравилось проверяющим? Это очень полезная практика, да, представить, что вы проверяете. Читаю пока ваш чат. Да, можно прям баллы прийти. Мне кажется, в этом тоже кто-то есть. Вас позабавит, на самом деле, какой комментарий оставил здесь. Проверяете? Возможно, оно вам даже несколько вселит надежду. Короче говоря, да-да-да-дам.
Очень-очень простой комментарий. Автор не в полной мере верно понимает идею Гиббонса. На самом деле, если здесь бы подробно расписывалось, это на самом деле это довольно добрый проверяющий, но вот видите, даже такое поставили фейки 10 критерий. Да, действительно, в проблеме есть некоторые проблемы, да, условно говоря. На самом деле не очень добрые, так часто оценивают. Ну, типа, затрагивают проблему изменения традиции, непонятно, в чем проблема, в чем здесь противоречие, да, на какой вопрос он отвечает, собственно, не очень понятно. Да, социолог говорит о том, что традиция сама по себе не статична и изменяется с приходом следующего поколения. Условно говоря, по сравнению вот с тем, что мы сейчас с вами обсуждали как такой идеальный вариант, здесь автор этой работы очень сильно сократил. Да, сократил прям сильно. Недораскрыл, короче говоря, да, недораскрыл. Все, что здесь написал автор, да, он еще проверяющий, автор не в полной мере верно понимает идею Гиббонса, и на этом теряет 4 балла. Да, так что вот здесь мы видим ошибку, что здесь не просто недораскрыл. Давайте посмотрим, значит, на, может быть, более интересный и более, значит, волнующий, конечно, ваш критерий. Это, значит, владение теоретическим и фактическим материалом по теме. Ой, друзья, это то, по поводу чего вы все постоянно задаете вопросы, то, о чем вы больше всего переживаете. А как же применять все теории, что сидят в моей голове? А как же, значит, не знаю, как же ставить все умные слова, которые я знаю? А как же правильно применить, не знаю, какие-нибудь классификации? И неймдроп, да, короче говоря, правильно пишет чат. На самом деле, вот об этом критерии, да, и в общей сложности вы здесь получаете не более 16 баллов. Прикиньте, 16. Там было 11. Представляете? Собственно, да, адекватное применение концептуального аппарата. Оценка снижается в случае наличия в тексте субъективных оценок. Смешение теоретического уровня анализа проблемы с житейством. О чем речь? Концептуальный аппарат, насколько вы умно пишете, если очень тупым языком говорить. Условно говоря, адекватное применение концептуального аппарата – это вы пишете как другу в переписке ВКонтакте или вы пишете эссе на высшей тройке. Если вы используете не слово «его гнобили», а «его стигматизировали», то молодцы, вы используете концептуальный аппарат. Да, вот его гнобили, это житейство, а его стигматизировали, да, это концептуальный аппарат. Если на простом языке это объяснять. Да, за это вы получаете уже 6 баллов. Я вам настоятельно рекомендую, вам советую, вас даже призываю не стесняться и не бояться использовать много умных слов. Да, высшая проба это любит. Это не любит он. Когда вы выпендриваетесь, причем, а высшая проба это обожает. Выпендриваетесь, не стесняйтесь. Знаете умные слова, пишите умные слова. Главное, используйте их в тему. Потому что иногда все такое тоже происходит, и я часто читаю эти работы, много работ проверила в последние годы, где вы каким-то удивительным образом находите новые слова, откуда-то там их узнаете, да, например, не знаю, вычитали их в какой-то работе, не поняли, что оно значит, и все равно бабахнули его в свою работу. Если не очень понимаете, что слово значит, возможно, не стоит его использовать. Вот так я вам скажу. Потому что иногда, если что, мы 2 часа, мы до 9. Собственно, иногда лучше не использовать умное слово, чем использовать его неправильно. Потому что адекватное применение концептуального аппарата, да, вы получаете до 6 баллов, но за фактические ошибки вы баллов потеряете больше. За фактические ошибки вам порежут. Ну, если вы используете слово не к месту, условно говоря. Вот, такие вот дела. Дальше, до 8 баллов, 8, это много, это очень много, знание основных теоретических подходов к решению обсуждаемой проблемы и ее отдельных аспектов, наличие ссылок на взгляды известных исследователей по данной теме. Короче говоря, знаете, что это? Это неймдроп. Вот критерий 2.2 – это неймдроп. Да, вот буквально.
буквально, да, это вот именно сюда, все те фамилии, которые вы в себе держали, да, и хотели вот им с кем, ими с кем-то поделиться, вот сюда, да, критерий 2-2, 8 баллов, да, ну, относительно много, но, да, не так страшно, если вы много не можете здесь написать, типа, ну, 8 из 50, да, переживете, да, если получите, там, не знаю, 3 даже за этот критерий из 8, ничего страшного, да, но для тех, кто обожает неймдропить, это ваш выход, да, это использование теории и ссылки на, значит, какие-то умные фамилии. Сейчас посмотрим тоже, как это можно встраивать. Наличие и релевантность эмпирического материала теоретическим подходом, применяемым к эссе. Это примеры. Короче, критерий 2, самый такой, знаете, понятный, на мой взгляд, это... 2-1 – это умные слова, 2-2 – это умные фамилии и теории, 2-3 – это умный пример. И в общей сложности вы получаете за это не более 16 баллов. Это много. Да, это правда много. Понятно с этим критерием? Сейчас на примерах посмотрим. Пока вы задаете вопросы, как много, опять же, нет, вообще нет никакой нормы, нет нормы примера, нет нормы, сколько должно быть теорий, сколько должно быть фамилий, сколько должно быть примеров, даже не думайте об этом, да, и не держите это в своей голове, типа, что есть какая-то там установленная норма, которую нужно написать, нет, сколько можете, сколько идет, да, здесь нет такого, что вам ставят 8 баллов, я не знаю, если у вас 4 фамилии, если у вас 3 фамилии, вам ставят 6 баллов, такого нет. 100%. Зависит от того, насколько эта фамилия подходит, насколько он реально сюда в тему, насколько вы хорошо это раскрыли. У вас может быть 2 фамилии, вы получите 8 из 8. И минимума слов нет. Нет вообще никаких минимумов и максимумов. Да, то есть, короче, у вас реально может быть 8 из 8, если вы использовали 2 фамилии, причем какие-то простые, я не знаю, там, Платона и Маркса. И очень в тему, подробно раскрыли, и все понятно. И у вас может быть 3 балла, если вы использовали 16 фамилий, и все не в тему. Вот, поэтому имейте в виду, что здесь мы не ориентируемся на цикл. Не ориентируемся. Давайте посмотрим, опять же, на схеме ответа. Как здесь можно было бы раскрывать? Ну, условно говоря. Да, вот помните, был вопрос, какова роль традиции в современных обществах? Вот смотрите, как здесь используются умные слова. Да, раскрыть специфику общества как связи поколений, дано понятие культурного наследования, рассмотрены функции традиций в обществе вообще, ее специфика в обществе современном, использованы функционалистские понятия авторы, да, то есть здесь вам намекают уже, откуда можно было бы брать авторы, использованы понятия социальных институтов как механизмов сохранения традиции, возможен выход на проблему религии, священного, раскрыты принципиально новые явления в этой области, связанные с современностью. Например, они прямо вам намекают, какой концептуальный аппарат можно было бы использовать. Мультикультурализм, миграция, социальные сети, новации в обществе и так далее. Да, то есть они здесь от вас хотят, это к тому же и связка с современностью, это отсылка к критерию 2.1, да, но также и в критерии 2.2 это, собственно, да, использование конкретных понятий. Раскрыто изменение традиции при переходе к современному и постсовременному обществу. Например, показана роль моды и стиля и связанных с ними традиций, традиции инноваций и так далее. Выход на новую роль досуга. Это все варианты того, что здесь можно было бы писать. Проанализированы явления мультикультурализма, миграции, социальные сети, инновации в обществе и так далее. Рассмотрены явления аномии, да, соответственно, уже здесь и теоретики у вас есть, да, Дюргейм Мёртон, и понятия у вас есть, да, как фактора смены традиций. Возможно, обращение к урбанизованности современного мира и возникновение в нем традиции нового типа, да, вот процесс урбанизации. Возможно, обращение к симулякрам, да, Бодрияр, и так далее. То есть они здесь вам говорят о том, что, ну, здесь много куда можно было бы пойти. Если вы захотели бы пойти куда-то, чего нет в ключах, но оно в тему, тоже бы засчитали. Опять же, это варианты, это варианты. Это то, что можно было бы здесь писать. Вовсе не обязательно. Вот опять же, это, кстати, опять моего года эссе. Тема про традицию, это мой 11 класс. Я тоже была победителем, но у меня, по-моему, на работу было я упомянула, по-моему, двух
теоретиков про традиции. Ну, просто потому что я не знала, кого там еще. Я использовала много умных слов, упомянула двух теоретиков, они были достаточно в тему, им это вполне себе уже ок. А, вот, поэтому вы не думайте, что здесь прям все нужно бабахнуть, да? Бабахнуть нужно хорошую мысль, это самое главное, это первично. Слушайте, я не помню кого. Можно посмотреть работу, не помню кого. А, ну, вот здесь, вот как минимум из ключей уже, здесь, смотрите, вам говорят, аномия, другие мертвые, симулякры, бодрияр, урбанизация, вся чикагская школа, там, кто про это писал, моду и стиль, Гофман, там, не знаю, какие-нибудь постиндустриальные общества, это все наши постиндустриальные всякие мужички, типа, там, Костель, Стофлер, Белл, кого хотите, да, там, функционалисты, да, все там структурный функционализм, кого хотите, а можно Дюргейм, Гофман и хватит, как пишет, да, собственно, Елена. Да, короче, пожалуйста, не думайте, что если вы сейчас вот вас услышали то, что я сказала, и кого-то не знаете, все, конец, капец, и никакого вам поступления. Это вообще не так. Вы кого сможете, того запихнете. Кто-то запихнет бодрияра и постиндустриальных мужичков и получит мало баллов, а кто-то напишет одного Гофмана и получит 50. Здесь нету, это не ЕГЭ. Да и Зимель подойдет, в зависимости от того, как вы здесь пишете. Да, это не ЕГЭ, здесь нет четкого, четкой простановки баллов. Да, главное умный отчет написать. Давайте посмотрим на текст соответствующих критериев. Как раз здесь Зимель, отвечая на вопрос, как раз здесь Чикагская школа. Если же мы говорим о традициях всего общества, мы поднимаем вопрос о том, как взаимодействуют между собой современные исторические общности. Для этого предлагаю обратиться к разделу социологии, который занимается исследованием одной из важнейших черт современности – социологии города. Еще Зимель писал о том, что город является борьбой всех против всех. Житель большого города – невротик. Абстрактное превалирует над конкретным, типичное – над индивидуальным и так далее. Однако Чикагская школа, Роберт Парк, Энтони Бёрджесс, Бирк, да, здесь тоже можно так делать. Другой олимпиаде, например, в регионе, вас бы за это поругали, вот за фамилии в скобочках. На высшей пробе можно. Вот прям можно фамилии в скобочках и им норм. Да, однако Чикагская школа определяли города как точки сборки новых социальных обществ. Поэтому город становится некой новой традицией, определяющей жизнь людей. Тёнис определял формы солидарности, общины и общества. И общество, которое являлось рационалистическим, относил к городам. Мы можем сказать, что в современном обществе действительно высокую роль играют традиции на самом нижайшем уровне. Находясь под воздействием города, мы определяем то, что является свойственным для города. Это распространяется и на отношение к истории, мы повторяем то, что осталось от прежнего, то есть то, что не умерло. Это и есть во многом традиция. Устала читать, я как будто на радио работаю диктором. Фух. Короче, это пример какого-то эссе. Пишут, что у меня больше теоретиков, значит, я что-то перепутала. Значит, у меня на политологии 2 теоретика. Sorry. Или в какой-то другой олимпиаде. Что-то, значит, я напутала. Ну, неважно. Вот вам пример. По этому критерию эта работа получила максимум. Это выдержки из работ победителей тех лет. Да, это был максимум по критерию теоретическому. Понятно, друзья? Давайте займемся check yourself. Check yourself, читаем отрывок и думаем, сколько баллов мы здесь поставили и что бы нам здесь не понравилось в чат. Вот так же, как делали в прошлый раз. Да подождите, вы же не успели даже прочитать. Я уверена, вы куда уже пишете. А я не говорила, вот пишут, а мне нравится, а я не говорила, что я плохие отрывки достала. Может быть, это же на 16-16.
Блин, я поняла, что вы были бы очень жестокими проверяющими. 16 здесь максимум, 16. А так а что, у меня же отображается демонстрация. Кто-то не видит демонстрацию? Как стать проверяющим высшей пробы? Я, кстати, не знаю. Да, там как-то в вышке можно. Но я не знаю, я вот студент в шее, я как-то не интересовалась. Хотя надо бы, проверяла бы ваши работы. Но меня бы, блин, уволили сразу. Я бы вас узнала и наставила бы вам высоких баллов. Давайте, баллы, баллы, баллы. Угу. Раскрываю правду. 11 баллов поставили этой работе. Это много, сразу скажу. Это очень много. Это правда много. Типа 11 из 16 – это очень хороший балл. То есть это правда приличная работа очень. Да, за этот критерий. Что написали? Автор относительно верно интерпретирует идеи Гидденса, а также отвечает на все поставленные вопросы, однако не совсем полно. Да, с точки зрения социологической теории раскрывает вопрос номер 3. Напоминаю, что вопрос номер 3, давайте немножко отлистаем. Какой у нас был вопрос номер 3? Сейчас, секунду. Вопрос номер 3 у нас был, что в цитате подразумевается под изобретением традиции, почему люди это делают и как они это делают. Да, вот здесь поэтому поставили 11 баллов. Сейчас, секунду, листаем, 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 листаем. Не совсем полно раскрывается вопрос номер 3. В данном случае было бы релевантным упомянуть теории креативной природы человека Кули, Выготского, концепт Габитуса Бурдье и так далее. Короче, не очень добрый, может быть, проверяющий попался, но балл приличный. Несмотря на то, что комментарий выглядит, как будто он поругался, 11-16 – это во-балл. Вот. Но участник правда намудрил. Это правда. Правда намудрил. Правда намудрил. Мы потом вам презентацию отправим в рассылке же. Вы потом это можете перечитать, кайфануть. Конечно, тяжело. Представляете, как проверяющим тяжело такое читать. Захотел показаться умным, это правда. Но на высшей пробе иногда такое прокатывает. Короче, едем дальше. Критерий номер 3. Я вам уже говорила, что с эрудицией сложно, поэтому с эрудицией вам даже примеров не покажу, потому что вообще непонятно, как он оценивается. Да, честно говоря, продемонстрировать наличие эрудиции в области политической науки, да, или в области социальной науки, знание основных терминов, понятий, умение их корректно использовать, знание ключевых теорий. Короче, на самом деле этот критерий вбирает в себя все остальные. Насколько вы, короче, норм написали? Вот я вот так называю это критерий. Да, он во многом, он пересекается с остальными, ничем он не отличается, по сути. Да, я даже здесь пишу, в таком толковании пересекается с 2.1. Да, они могут поставить здесь баллы за эрудицию в бытовом понимании. Типа, это всего 3 балла. Ну, то есть, типа, если у вас логических сильных ошибок нет, если вы не тупость какую-то, не глупость пишете, то вам 3 балла поставят из 3. Если вы какую-то чушь пишете, у вас какая-то хрень, то не поставят здесь баллы. Вот так вот я бы проверяла, понимаете, эту работу, если бы я была проверяющим. Ну да, типа, плохо-неплохо вообще. Как вы думаете вообще, умеете думать или не умеете? Это вот такой критерий, супер basic вообще. Я тут даже примеров не буду приводить, сразу двигаемся к критерию номер 4. Логическая корректность на уровне отдельных смысловых блоков. Наличие логических умозаключений, 4 балла, выводов, их обоснованность, непротиворечивость, последовательность рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации, неоправданных отступлений, методологическая грамотность. Это то самое, что я называю структура. Да, это как общее впечатление от работы на сервисе, абсолютно правильно пишет Марат, да. Это по предыдущему критерию. А этот критерий – это самая структура, это насколько вы вообще
слаженно эту работу написали, насколько у вас одно вытекает из другого, насколько вывод соответствует тому вопросу, который вы в первом абзаце поставили. Да, то есть чтобы не было такого, что вы начинали с вопроса, там, не знаю, хорошо ли там, не знаю, какое-нибудь явление или плохо, а закончили вообще там, что такое счастье. Вот если у вас такого нет, то в целом логическая корректность есть. Да, это просто то, чтобы у вас работа как, ну, такой, знаете, как пазл собиралась. Вот от начала, собственно, от первого абзаца до последнего у вас все вот так вот тун-тун-тун-тун такой. Можно было бы пройти лабиринт. Вот. Это просто, знаете, такая, опять же, база вот такая жесткая. Навык грамотной организации письменного текста, насколько вы последовательно излагаете, насколько у вас, ну, короче, очень общие критерии. Самый важный критерий – это два. Да, вот первый, вот, который, полнота и который теоретический концепт. Да, это 11 и 16 баллов. Да, а вот эрудиция – это такие доп-баллы, которые почти всем ставят. Да, логическая аргументация и так далее. Поэтому давайте устроим проверочку по вот этому критерию, по критерию логическая корректность. Сколько бы баллов вы поставили вот здесь за логическую корректность? 4 максимум. Конечно, конечно. Здесь, если вы какую-нибудь даже ерунду написали, то вам, ну, уже, короче, пустой лист нельзя сдавать. Вы уже баллы получаете. Как это 5, если максимум 4? Да, написали и хорошо, абсолютно верно, Соня пишет. Да как это 7, как это 6? Здесь максимум, блин, 4. Да я уже поняла. Я вообще это еще выкупаю ваши шутки. А критика будет какая-то? Том поставил не максимум. Объяснения будут какие-то? Или вы просто, вы уже просто типа на злом, и вы снижаете баллы, чтобы не повадно было? Угу. Здесь поставили 3 из 4, то есть почти максимум. А вот что написали. Из недостатков можно отметить. Наличие некоторых необоснованных переходов, да, это действительно переход к штомке, вообще просто бабахнул. Абсолютно непонятно, что он вдруг про штомку. А, обращение к несоциологическим теориям, ну, в работе очень много психоанализа. Да, Фрейд, Юнг, да, очень много, типа, а мы вообще-то на социологии. А, собственно, и некоторый сумбур в мыслях. Да, то есть слишком много всего, и все рядом. Но все равно 3 из 4. Нифига себе. Да, балл полез. Добрый проверяющий. Вот. Бывает, что снижают, когда вы, ну, просто понимаете, вы все-таки пишете олимпиаду по социологии, да, такое бывает, когда ребята начитались психоанализа, и вся работа — это Фрейд, Юнг, там, не знаю, какие-то отрывки, вставки. Ну, друзья, круто, но все-таки у нас олимпиада по социологии, да, их можно вставлять, но аккуратно. Предпоследний критерий. Это критерий творческий подход. Он у вас всю работу, собственно, прослеживается. Это насколько вы оригинальны и насколько ваше мышление глубокое. Насколько у вас широкие и неожиданные взаимосвязи. Насколько у вас междисциплинарный характер. Насколько вы можете рефлексировать по поводу того, что вы пишете. Да? Осознавать теоретические и методологические границы. Критически рефлексивное отношение к высказыванию. Короче, ну, насколько вы интересное вообще что-то выдали. Конечно, тоже пятым чувством. Но на самом деле это чувствуется. Ну, то есть, если вы прям написали, знаете, такое ЕГЭшное сочинение, типа с какими-то абсолютно там, какими-то классическими, неинтересными аргументами, которые тысячу раз выражались, никакого, собственно,
никакой оригинальной мысли, ничего нового проверяющий не увидел, и вы, ну, вы скучно ту какую-то написали, да, то вам баллы вот мало поставят. А если вы что-то такое интересное написали, прям интересно было читать, и прям какая-то у вас прям видно была мысль в голове, то вот вам здесь поставят баллы. А не более 8, ну, то есть, да, в общей сложности получается 11, но в общем за пятый пункт ставится не более 8. Ну, типа, 11 не получить. Ну, короче, да, как в итоге сочинение. Своё мнение надо писать в конце эссе? Не обязательно, но обычно оно очень в тему, да. Это рефлексия по поводу собственного подхода. Да, лучше написать. Короче, на самом деле, это нормальный критерий, не ругайтесь на него. Давайте попробуем его применить в практике. Напоминаю, 8 баллов. Не переключаются у меня слайд. Что такое? Сейчас, секунду, у меня не переключается слайд. Что такое? Сейчас вот так сделаем, секунду, друзья. Что я просто очень хочу показать вам последний check yourself. Не зря же мы их заготовили вам, эти check yourselves. Точнее, yourself. Так, демонстрация экрана. Так. Что такое? У меня не переключается. Сейчас. Переключалась. Вдруг решила не переключаться. О, починила. Ура, починила. Поехали. Оцениваем. Извините, у меня бывают иногда технические неполадочки. Рефлексии будет считаться мысль о неоднозначности, контраргументы, цитаты Агуська, все норм, если в тему. Ну да, смысл тогда делать сумму из 11, но максимум ставить 8, чтобы вы получили больше баллов. Оцениваем. Максимум 8. Если ставите не 8, то пишите, почему поставили меньше, за что сняли баллы. Критерий творческий подход. Ой, какие вы высокие баллы все ставите. Какие вы добрые вдруг стали все. Были злые на предыдущих вопросах. Та-да-да-дам! 3 из 8. Злой проверяющий. Помимо этого, в эссе не достает рефлексии касательно собственного мнения, теоретических и методологических границ. Короче, показалось, что неинтересно. Показалось жюри, что абсолютно не творчески здесь, да, что ого, традиции свойственно актуализироваться. Да, собственно, в современном обществе ответ на влияние универсализирующей силы просвещения и всеобщей эмансипации. Типа использовал умные слова, но да, на самом деле не прорефлексировал. Чтобы получить здесь больше баллов, я вам советую свое мнение написать. Ну, типа, я, вот, на мой взгляд, да, традиции, то-то, то-то, да, а мне кажется, я согласна с автором, потому что, вот, да, посмотрите, как это в современном мире реализуется. Или, а я вообще жестко не согласен с автором, вообще, типа, хочу с ним поспорить. Мне кажется, что он не учитывал то-то, то-то и не посмотрел на то, как это будет работать там-то, там-то. Ну да, это легче всего впрягать в вывод, но, в принципе, творческий подход у вас оценивается, типа, вся ваша работа, здесь я просто конкретно вывод взяла. Недостаточно жюри понравился этот вывод.
Что такое методологические границы? Это очень такая общая штука. Абсолютно правильно, кстати, Полина пишет. Действительно, как работает теория. То есть, как она реализуется на практике, условно говоря. В чем мы можем найти применение вот того, что мы здесь описываем? Короче, общими словами, это насколько это... Да, простыми, точнее, словами. А методологические границы — это как это в реальном, в реальности применяется все вообще. В своем мнении можно использовать житейские примеры. Житейские примеры вообще не нужно, они отдельно вам говорят, что поменьше житейского. Личного опыта не нужно, житейских примеров не нужно. Нет, не стоит. Вот, не стоит. Пример можно про методологические границы. Ну, условно говоря, вы пишете, я не знаю, про прямую демократию, и размышляя про прямую демократию, ее применимость в современном мире, вы описываете, почему она не применяется в современном мире, а если и применяется, то только в виде какой-нибудь электронной демократии в Эстонии. Да, потому что, ну, невозможно вот сейчас это реализовывать, потому что нас много, и уже не так интересно. Что угодно сюда можно, если оно... На самом деле, мне кажется, что вывод, да, вы можете его подтверждать и там, не знаю, какими-нибудь примерами из реальности, но самое оптимальное, вот как мне кажется, хорошо бы этот вывод сделать, да, это, собственно, да, вывести это вот в свое мнение. Типа, я согласен с автором, да, и какой-нибудь просто, да, такой аргумент. Здесь даже не обязательно вам каких-то примеров и так далее. Просто порефлексировать, да, о том, что вы только что написали. Провести некоторые, да, такое некоторое подведение итогов, ответить на вопрос. Нет, слово «житейский» само по себе запись интенсива будет. Слово «житейский», мне вот именно здесь слово «житейский» очень смущает. «Житейский» — это что? Как дядя Вася... дяди Петей подрались на улице, или житейский — это про какое-нибудь ядерное разоружение каких-нибудь стран. А ядерное разоружение — это не житейское, а вот дядя Вася и дядя Петя — это житейское. Дядю Вася и дядю Петю не нужно. Да, в выводе можно свое мнение. Вывод — это рефлексия. Не, я не могу вам сказать, как нужно делить по абзацам. Это на ваше усмотрение. Может быть, у вас один абзац, может это быть, у вас два абзаца. Можете разделить, да, можете, я не знаю, отдельно там подвести итог. Да, но в целом вывод — это подведение итога. Да, вы, например, в первом абзаце ставите вопрос, типа, а почему там, не знаю, традиции переизобретаются? И в конце вы там пишете, вот я здесь привел вам кучу аргументов, вот почему оно так. Можно и свое мнение, и общий итог, да, да. Вывод — это тоже на ваше усмотрение, творческий подход, друзья. Я здесь специально отвечаю так не конкретно, потому что нету, как же это называется, шаблона, вот. Нет шаблона вывода. Как хотите, так и делайте. Просто вывод какой-то вы бахните, и все. Чтобы там рефлексия была. Самое главное — это рефлексия. Вот. Такая вот штука. Последний критерий, друзья. У-ху! Это критерий навыка организации академического текста, культура письма. Насколько вы связно пишете, насколько у вас, насколько вы умеете строить академический текст. На самом деле, вот, кстати, не по пятому чувству, да, здесь еще добавляется грамотность, стиль, выразительность языка, потому что иногда, ну, вот я вам говорю, как человек, который проверил много работ за последние там, 2 года преподавания на курсе, иногда прям вот ноль хочется поставить за структурированность текста в соответствии с нормами академического письма, потому что вы как будто пишете сообщение другу ВКонтакте. Да, вы такие, там, йоу, бро, я вот тут по традиции поразмышляла, и я что думаю? А я, 3 восклицательных знака, вот что думаю, 3 восклицательных знака. Вот за это 0 вам поставлю. Вот. Такое и иногда делают. Вот. Да, помните, что вы пишете, вот когда вы пишете, представляете, что это будет читать седовласый такой дедушка, гений философ, да, потому что реально иногда получаю работы, где, ну, вы пишете прям очень таким понебратским языком, да, где вас кидает из стороны в сторону, где вы там что-то вообще странно пишете.
Ну, и есть грамотный стиль выразительности языка, это если вы, ну, обычно всем два из двух ставят, но только если вы прям совсем какую-то жесть, я не знаю, если там вообще невозможно читать, вам только понизят балл. Ну, это халявный балл, на самом деле. Такие вот дела, друзья. Понятно с критериями. По этой презентации все. Сейчас я вам покажу другую. Понятно с критериями. Вот прямо подробно сейчас рассмотрели каждый критерий эссе высшей пробы по социу и по политу. Я надеюсь, что это вот было прям сейчас полезно. Важно, не ориентируйтесь, пожалуйста, на эти критерии, как вот прям на то, что вы будете держать в голове и такие, так, сейчас мне за творческий подход не поставят баллов, нужно что-то добавить, чтобы мне за творческий подход поставили баллов. Поверьте мне, проверяющие тоже проверяют, типа, во многом, да, так, наобум, и ставят от души часто, да, но, как вы понимаете, не всегда. Нет, Сорвин не правда, он не все эссе проверяет, но некоторые проверяют. Но вы никогда не узнаете, кто проверял ваше эссе. Но он проверяет часть. Это правда. Можно пример сквозного смысла? Ну, вообще, невозможно так привести пример, потому что это в эссе должно идти. Ну, типа, опять же, что ваш первый абзац связан с последним. Да, что вот, типа, все идет вот так. Кто полит проверяет, кстати, я не уверена. Ну, преподаватели все вышкинские политологии, наверное, Мельвиль тоже что-то проверяет, да. Думаю, да, если у него есть на это время. Потому что Сорвин проверяет 100%. Вот. Так, в основной части нужны контраргументы для той же рефлексии или только ответы на вопросы? Не поняла вообще, что значит контраргументы для той же рефлексии. Не поняла вопрос, если честно. Немножечко про вышку, друзья, успеем, но потом. Еще очень много нужно сейчас обсудить. Вебер проверяет. Конечно, Вебер, Дюргейм, там все проверяют. Именно ваши работы. В основной части опять вопрос про контраргументы к позиции автора. В зависимости от того, типа, захотите вы это написать или нет. Ну, можно, да, если вы с ним не согласны, да, можете проводить контраргументы. Если вы с ним согласны, проводите аргументы. Собственно, так и выстраиваете свою работу. Да, в целом можно. Вполне. Ну, и в любом случае, отвечая, понимаете, размышляя о роли традиции, вы так или иначе либо согласитесь с автором, либо не согласитесь. Это в любом случае, ну, как бы, плетется ваш текст. Вот. Короче, здесь вопросов нет. Если нет, покажу вам еще один файлик. Значит, вам вообще отправилось... Вообще куча материалов вам отправилось. Вы, конечно, вы вообще везучие. Уже вам пришло куча материалов по эссе. Есть файл, там, как писать эссе-памятка. Это такие тоже общие советы. Советую вам его просмотреть. Да, он, собственно, когда-то нами на основном курсе обсуждался. Ну, сейчас по нему мы сильно останавливаться не будем. Ну, там тоже примеры. Да, я вам очень рекомендую, настоятельно вот прям рекомендую его посмотреть тоже самостоятельно. Но я вам покажу вот такой вот красивый файл, который называется «Техника эссе». Да, все-таки какую я много говорила про структуру, что нужно держать структуру, что нужно не забывать про логическую связность, про сквозные смыслы и так далее, но так и не объяснила вам, что есть структура. Вот, пожалуйста, наш файлик. Тут половина из вас увидела миллиард тысяч раз, но я не могу, разговаривая об эссе, извините, не сказать про базовую структуру again, потому что помимо того, что вот сейчас, да, новое для всех было, это вот мы критерии посмотрели, вот что есть базовая структура, почему нужно идти. Да, мы ставим проблему, и формулируем некое противоречие в начале, когда мы видим цитату. Мы формулируем противоречие. Мы, самое важное, это мы понимаем, зачем-то автор этот текст написал, на какой вопрос он отвечал. Легко представлять, вот я всегда с ребятам, да, говорю, что легко очень представлять, что вы на дебатах, и да, вам нужно понять, какая тема дебатов, собственно, о чем они дискутируют и дебатируют. Представим, что вот автор вашей цитаты занимает одну из этих позиций. Какая там тема и какая противоположная позиция? Исходя из этого, очень легко сформулировать противоречие. Ну, например, ваша цитата говорит о том, что демократия худшая из форм правления. Понятно?
что, наверное, дебаты в данном случае это вообще а демократия ок или не ок. И да, здесь противоречие, то есть с одной стороны демократия это там прекрасное изобретение человечества, ничего лучше мы не придумали, а с другой стороны демократия это ужасно, и вот сколько бед она принесет. Да, можно сформулировать противоречие с одной стороны и с другой стороны, проблему, да, то есть проблематику. Можно сформулировать вопросом, да, там, какую роль там, в современном обществе вообще сейчас играет демократия. Или сформулировать вопрос, не знаю, у вас, дайте мне супер банальном примере приведу пример. Семья – кристалл общества. Да, вот мой любимый пример, я всегда привожу. Самая банальная проблематика, которую можете сформулировать, да, самый банальный вопрос – это какую роль, да, вообще играет, да, до сих, играет ли до сих пор семья, там, нет, не так, является ли до сих пор семья там, важнейшим социальным институтом, да, например. То есть это такая постановка вопроса. Да, то есть, с одной стороны, семья в современном обществе утрачивает свои былые функции, а с другой стороны, семья остается одним из главенствующих, собственно, да, и важнейших социальных институтов общества. Проблему поставить очень важно, потому что именно исходя из того, как вы поставите проблему, заведется двигатель и механизм вашего эссе. Именно за проблемой, именно за формулировкой этого противоречия двигается постановка, о чем там автор думает. Да, вот такое вот противоречие, вот как это противоречие разрешает автор. Да, не знаю, цитата «Демократия – наихудшая, значит, политический режим», и вы там поставили проблему, как вам вообще демократия, собственно, и вы пишете вот для автора, да, идея автора вот такая вот. Вот что думает автор, вот как автор размышляет, разрешает точнее, это противоречие. Это все можно вот в первый абзац и включать. Нужно ли в эссе по социу смотреть с двух сторон, или можно просто выбрать позицию в начале и тремя абзацами ее доказывать? Можно выбрать одну. Можно согласиться с автором или не согласиться. То есть можно поставить проблему, да, не только важно, чтобы это вопросы, в зависимости от того, как вопросы будут звучать. Да, пожалуйста, смотрите на вопросы. Если вопросы не заставляют вас смотреть с разных сторон, то можно выбрать какое-то одно направление. Вот. Короче говоря, ну а дальше мы переходим к классической части, где мы выдвигаем какие-то да, суждения и их аргументируем. Здесь я просто хочу напомнить вам то, что большинство из вас вообще это знать должно. Да, и это, собственно, история про то, как мы строим вообще тезисы, про то, как, ну, часто спрашивают, а как вообще вплести теорию, там, не знаю, как дополнять какие-то примеры, и это вам понадобится не только в рамках эссе, это вам понадобится в любой аргументации. Да, классически любая аргументация, любой тезис, да, выглядит таким образом. Суждение, аргументация, подкрепление теории в идеале и пример. Да, я вот раскрою буквально один пример здесь, и дальше оставлю вам время для вопросов. Давайте посмотрим, как это выглядит. Да, вот на буквально одном примере структуры. Простите те, кто уже это слышали, но очень важно это проговорить. Собственно, современная система наказания неэффективна, это абсолютно ничем не доказанное суждение. Суждение – это то, что ничем не доказано, то, к чему нет никаких пока аргументов, и то, что просто позиция, типа, неэффективно. А кто-то скажет эффективно. Окей. Да, аргумент – это ответ на вопрос «почему?». Да, почему современная система наказания неэффективна, спрашивают вас, и вы такие, вот почему. Применяемое наказание там, в силу неидеальной системы способно и приобщить преступника к делинквентному поведению, то есть антиобщественному противоправному поведению, воплощенному в его проступках, наносящих вред обществу, что приводит к рецидиву, и стигматизировать преступника в обществе, что не позволит ему после отбытия наказания вернуться к привычной жизни. Да, хочу сказать, что здесь уже, как это называется, категориальный аппарат, так же он называется, да, категориальный аппарат, во используется, да, то есть здесь уже, смотрите, и делинквентное поведение, и стигматизация, и вообще все отлично, да, встраивается с текста, очень структурно, да, это вы ответили на вопрос, почему, да, здесь даже два аргумента, то есть, во-первых, приводит к рецидивам, во-вторых, стигматизирует, да, почему неэффективно, потому что, значит, вот вам два аргумента. Дальше вы можете вплести теорию, если вы ее вспомнили, как ее можно органично вплести, например, здесь она супер подходящая. Посмотрим на теорию стигматизации Беккера, согласно которой роль индивида в обществе определяет само общество через стереотипы и ярлыки. Ярлык девиантова действует не только на реакцию окружающих, но и на восприятие таким человеком самого себя, что это даже может повлиять на то, что это станет центром идентичности человека. Да, то есть, в принципе, здесь теория стигматизации Беккера подтвердила мой аргумент.
да, поэтому она здесь абсолютно актуальна. То есть не очень важно, не теория стигматизации Беккера является аргументом, а я привела аргумент, а теория подтвердила. Вот не перепутайте, пожалуйста, этот порядок, да, это важно. Не Беккер отвечает на вопрос «почему?», да, почему современность? То есть, если бы я написала так, современная система наказания неэффективна, потому что Беккер написал то-то, то-то, это плохо. Да, я написала свой аргумент из головы, да, без теоретиков, а теоретикам просто, потом подтвердила. Да, ну и здесь даже есть вторая теория. Значит, согласно концепции там, драматизации зла Таненбаума, если общество будет чрезмерно определять некоторые действия как преступные, то определенные личности путем накладывания большого количества негативных ярлыков сами начнут вести себя в соответствии с навешанными на них ярлыками. Соответственно, карательный аппарат, да, носит скорее вредоносный характер, потому что стигматизирует индивидов, те самые толкают их в рецидив. То есть, опять же, Таненбаум подтвердил мой аргумент. Да, аргумент – это мое логическое рассуждение, абсолютно верно. Это мой логический ответ на вопрос «почему?», как в дебатах. Очень легко всегда представлять дебаты. Вы выдвинули какой-то тезис, и вам говорят, а почему так? И вы такие, а вот почему. Я сейчас докажу, как в споре. Да, вы же в споре редко говорите, слушайте, ну я придерживаюсь такой позиции, потому что так Таненбаум написал. Представьте, что вы с другом спорите. Да, и он вам говорит, знаешь, я считаю, что у нас система наказания офигенная, а вы говорите, да нет, она плохая у нас, она неэффективная, он говорит, а почему? Вы можете представить, что вы другу своему скажете? Потому что в концепции драматизации зла Таненбаума, то-то, то-то, то-то. Ну, я бы, если была этим другом, я бы вам вот так показала. Вот, поэтому вы ему объясняете нормальным языком, типа, своей мыслью, а потом уже можно теоретику подтвердить. Понятно, почему именно такой порядок? Вот, я так и спорю, ну жесть, друзья, жесть. Вот, а потом можно, собственно, привести пример. Здесь я тоже их, по-моему, придумала два. Пример один. В качестве примера можно привести статистику рецидивов, то есть повторных преступлений. В Российской Федерации на 2016 год треть всех преступлений совершают рецидивисты. Это связано с тем, что, отбывая наказание в местах лишения свободы, они приобщаются к преступной культуре со своими правилами и принципами, после которых становится крайне сложно перестроиться на жизнь в обществе. Ну, например, вы не уверены в статистике, ну, вы можете ее чуть-чуть додумать. Да, я, например, когда этот пример придумала, я не проверяла, но я знаю, что треть всех преступлений совершают рецидивисты. Я это слышала где-то, этот факт. Он постоянно мелькает, где-то об этом постоянно говорят, поэтому я просто год бабахнула, вряд ли они будут перепроверять. Эта статистика в целом соответствует правде. Да, то есть не нужно прям бред какой-то выдумывать. Если соответствует правде, но чуть-чуть не уверена, написать можно. Помимо этого, делинквентные культуры, формирующиеся в тюрьмах, имеют тенденцию к самовоспроизводству. Да, это мой пример один. Мой пример два. Говоря же о стигматизации от бывшего наказания, то есть о навешивании на него социальных ярлыков, нельзя не вспомнить, например, отказ в приеме на работу при наличии судимости. Опять же, например, в России. Самое опасное то, что ярлык бывшего преступника воздействует не только на реакцию окружающих, но и на восприятие таким человеком самого себя, что может привести к негативным последствиям: алкоголизм, наркомания, рецидив. Понятна структура, да, того, как я этот аргумент вообще построила. То есть я сначала бабахнула абсолютно ничем не доказанное свое мнение, потом я ответила другу на вопрос «почему?», а потом я по-умному добавила сюда две умных теории и раскрыла это на примерах. Это идеальное построение аргумента. Фух. Сколько по времени надо на эссе оставлять? Так, сколько у вас всего? 150 минут? Не меньше часа точно, лучше час с небольшим. Час с небольшим. Не меньше часа, вот это точно. 180 или 150 у вас минут? 180. Если 180, вот, мне кажется, 150 тоже. Надо перепроверить. Пока на другие вопросы отвечу. Короче, точно не меньше часа, в идеале полтора часа. Вот в идеале полтора часа. Если успеваете сделать другие задания, то полтора часа. Да, я бы все заканчивала, я всегда это делала, я всегда знала, что вот я себе полтора часа оставлю на конец, делала все остальные задания, иногда я что-то тупила на остальных заданиях, у меня все затягивалось, из-за этого на себя оставалось чуть меньше времени, но я всегда знала, что нужно вот типа полтора часа пытаться. Иногда там получалось час 15, да, и мне приходилось быстрее писать, но вот час 15,
полтора часа, это вот прям, чтобы успеть и подумать, и структуру продумать, и мысли свои собрать воедино, и все такое. Вопросы, друзья? Мне кажется, заканчивать эссе логичнее, потому что есть шанс, что вы на эссе жестко упоритесь, и это у вас все время заберет. Опять же, все индивидуально, да, кто-то не успевает за полтора часа, все индивидуально, друзья. Еще вопросы, ребята, у вас остаются все эти структуры, у вас остаются все эти файлики умные, да, у вас есть еще другой файл, который можно хорошенечко так почитать, у вас здесь есть, да, еще один пример, собственно, применение структуры, кстати, его тоже можно кратенько прокомментировать, вот про этот, да, он здесь не совсем полноценно расписан, да, но он важен. Здесь снова, смотрите, суждение, да, бессмысленно спонсировать страны третьего мира деньгами со стороны развитых стран. Да, здесь не полностью раскрытый аргумент, но его можно дораскрыть, да, потому что там вовлеченность, политическая культура, финансовая грамотность находится на низовом уровне, все будет распределяться через авторитарных правителей-диктаторов. Дальше здесь две теории, которые нужно прокомментировать. Во-первых, пирамида Маслоу супер заезжена, просто капец какая заезжена. Если можно придумать без пирамиды Маслоу, лучше придумайте без пирамиды Маслоу, потому что она очень надоела проверяющим. Ну, а во-вторых, Шульман, когда я писала это, она еще не была иногентом, сейчас она иногент, ну, и вообще аккуратнее используйте всяких ныне живущих, типа, российских политологов, которых вы там, не знаю, на постнауке смотрите, например, во-первых, там половина иногенты, и тогда нужно делать, ну, желательно писать в скобочках, и так, это не обязательно, но я бы написала в скобочках, типа, Шульман, в скобках, иногент, хотя это не обязательно, я напоминаю, что закон, только сами иногенты обязаны писать, что они иногент, и СМИ, вы же не СМИ, вот, в целом вы имеете право не писать. Ну, я бы написала в скобочках иногент, почему бы и нет. Вы показываете, что вы знаете, что кто у нас тут иногенты. Вот, ну, мне, в принципе, я вам, в принципе, советую не очень писать типа, всяких Шульман, Юдин, Бахштайн и так далее. Лучше писать уже давних, древних и более классических. Все-таки Шульман, Юдин и Бахштайн, они не классики. Вот. Ну, я бы не говорила, что она не политолог, а социолог, конечно, она все-таки больше политолог. Так, вопросы. Сразу в чувствовик писать 100% да. Я вот всегда на курсе всем уже рассказываю грустную историю, как я в 9 классе на социологии написала божественное, бомбическое эссе на черновик и не успела его переписать. Так что никогда не повторяйте моих ошибок, всегда пишите на чистовик. Черновик для вас — это план накинуть, это вот прикинуть план, да, какой-нибудь майндмэп нарисовать максимум. Вот. Какие примерно темы могут попасться? Понятия не имею, друзья, куча может быть тем. Такая неощущая наука, блин, тебя не исчерпывает. Юдин вышки преподавал, вроде бы, да. Писать на черновик — это жесть, я согласна. Если что-нибудь про Совина ставить баллы добавят, нет. Не добавят, друзья. 100%. Я вас уверяю, что не добавят. Да, я представляю, как написано в книжке «Человека общества» Сорвина? Не нужно так делать. Нет, не нужно вообще писать. Ни Сорвин, ни Мельвиль вам здесь не помогут. Даже если будешь черкать на чистовике, могут поставить высокий балл, если будет читатель? Конечно. Они же видят, что у вас мысли идут. Господи. Забейте. Ну, вы пытаетесь разборчиво писать, чтобы совсем уж не делать плохо проверяющим. Но в целом, конечно, зачеркивайте там, рисуйте, все такое. Попробуйте как-нибудь ради интереса посмотреть работы победителей и призеров прошлых лет. Особенно на Всеросе. Там в Всеросе вообще никто на черновики не пишет. Вы там вообще... Я когда готовилась к Всеросу, я очень много тратила времени на то, чтобы посмотреть работы победителей призеров прошлых лет. Ну, примерно 1 из 10 реально прочитать. Остальные просто жесть. Ты там сидишь и с лупой вычитываешь. Потому что люди торопятся, потому что у людей мысли, там судьбы решаются, им не до почек. Работы прям так и набираете. Работы победителей призеров прошлых лет. Они все в открытом доступе. Насколько реально набрать 25-30 баллов за эссе хотя бы? На 100% реально. Причем человеку любого уровня, я не шучу. Эссе — это задание, которое можно высоко написать как человек, который готовился 5 лет, так и человек, который готовился месяц. Вот. Это правда. Какие примерно темы могут попасться, я не знаю, друзья.
Я не имею отношения к составлению. Представим, что дали суперрусскую тему, которую ты знаешь очень плохо. Есть вариант выкрутиться? Да. Пытаться даже в теме, которую ты знаешь очень плохо, как-то аргументировать, придумывать мысли, показывать, что вы знаете кучу теоретиков, пытаться их привязать, построить логическую структурную... повествование. Какое, на мой взгляд, самое сложное задание высшей пробы по социологии? Я думаю, либо эссе, ну, эссе понятно, да, эссе просто самое энергозатратное, либо, ну, отрывочек текста, по отрывочку текста, где нужно комментировать отрывок текста. На мой взгляд, оно самое сложное. Можете посоветовать топ-социологов, ух, друзья. Ну, классиков, если вы прям забываете, все это классиков повторяете. Дюргейма, Конта, Вебера, Спенсера, вот прям вот их, а кроме классиков. Кроме классиков, слушайте, ну, их много всяких разных. Ну, чтобы быть, не знаю, чтобы использовать кого-нибудь поумнее, повторяйте там, не знаю, Бурдьё, Гофмана. Можно использовать какие-нибудь, да, таких-нибудь структурных функционалистов, там, Парсонса, например, можно повторить Дарендорфа Козера в теории конфликтов. Слушайте, их просто безлимитное количество, сложно мне тут вам так выделить. Топ-политологов тоже жестко сложно, очень сложно. Если убрать классиков, то, на мой взгляд, всегда круто, когда вы пишете всяких Джемоглу Робинсонов, когда вы используете более-менее недавних ребят, типа Фукуямы, типа каких-нибудь теорий постиндустриального общества, когда вы, не знаю, размышляете, там, пишете про Инглхарта какого-нибудь, да, что-нибудь вот типа из современной науки, это всегда очень круто. Вот. Топ-культурологов, слушайте, вообще не знаю, кого нужно 100% знать. Просто культурологов, мне кажется, нет такой вот базы, кого 100% нужно знать. Не знаю даже, кого здесь называть, если честно. Запись пришлют сразу, как она сконвертируется. Она конвертируется, я думаю, двухчасовая запись, ну, час, наверное, час-полтора. Ну, пришлют сразу. Так, я вопросы теряю. Могут ли в итоге снизить балл и аргументировать так? Вы бы эту теорию приплели даже к противоположному суждению, потому что это универсальная теория. Маловероятно. Не думаю. Не думаю, что так могут. По крайней мере, вы имеете право попытаться. Да? Вы имеете право попытаться. Но выпендривайтесь на максимум. Особенно если в 11 класс. Это ваш вообще шанс показать все, что вы знали. Всю вашу общую гуманитарную рутину, все ваши знания. Из всех отраслей этой жизни. Еще вопросы? Или все понятно? Надеюсь, это было полезно. Даже тем, кто слушал меня не первый раз про эссе, потому что на курсе, на самом деле, мы эссе, конечно, уже обсуждали. Вот. Но, по крайней мере, мы, мне кажется, так подробно не говорили про, значит, критерии. Друзья, мы вас, если вопросов больше нет, я все еще их жду, если вдруг они появляются. Мы вас всех ждем на остальных семинарах, на остальных вебинарах, точнее. Я с вами встречусь еще 13-го, где подробно расскажу про высшую пробу по политологии. Я напоминаю, я ее абсолютный победитель, поэтому все приходите меня слушать. Сама себя должна пиарить. И там я прочитаю лекционную часть, поэтому старенькие ребята с курсов тоже приходите, потому что даже для вас будет крутое новое. У кого будут появляться еще какие-то вопросы, можно мне писать, да, меня можно найти ВКонтакте через мой курс и мне написать вопрос, если что, я постараюсь на него оперативно ответить. В общем, со всеми на связи, если что, пишите, будут вопросы появляться, значит, обращайтесь, 13-го с вами встречаемся, а вы встречаетесь с другим преподавателем уже, получается, завтра. За комплименты спасибо. Всем пока-пока.